Всем привет, друзья, с вами Нильфгорд, и, блин, я за кадром пытался заработать денег, и что-то мне так не понравилось, что другие хилы у меня отбирают очки только из-за того, что у них вот эти пушки хила намного мощнее. И, короче, я взял да перестроил своего хила, построил немножечко другого, совершенно... Ну, как немножечко? Я вообще перестроил полностью, на самом деле, перестроил полностью и основу перестроил, конечно же, пушки. То есть вложил в этот... Господи, вложил в это устройство прям нереально много денег. Прям вообще вот все, что можно, вложил. И есть недостатки, но есть, наверное, и плюсы. Почему, наверное? Да потому что это будет первый бой, который я провожу на этом устройстве. По принципу строил платформа и окружная защита щитами. Ну и сверху в шахматном порядке расставил пушки. На небольшой ступеньке. Первые три пушки и задние три пушки стоят на одной ровной поверхности. Поэтому не буду вот вперед лезть. Поэтому, ну, как-то так и получилось. Нифига, нифига. То есть мне тут кто-то попал и сразу мне нанесли максимальный урон. То есть мне просто взяли и оторвали пушки. Офигеть, дожили, а. Дожили. И у нас еще хилер, который сзади меня. Он не хочет так нормально отхиливать. Он как-то так хилит, но, честно говоря, не очень как-то. Блин, ну это я попал просто под удар. Ну вот. Вот прям, я не знаю, почему. Вот, появилась еще одна пушка. Не хочет на меня хил находить. Может быть, тоже на ногах построить хила? Тоже хорошая идея. Блин, сразу, как видишь, другие постройки, сразу так начинаешь сомневаться в своей. Ну ладно, пока тянем, пока отхиливаем. Пока хил идет во все стороны прям. Ну мы и выигрываем вроде бы. А, черт! Ладно, главное держаться. Черт, чувак, держись. Черт, почему-то... Я довольно-таки неплохо так получаю урон. Вот что меня... раздражает. То есть мне поверху ударили, и я прям вообще серьезно так получил. А мы сейчас начинаем проигрывать, потому что, посмотрите. Ребятки, дайте проехать! Валим, валим, валим! Ну, конечно же, я сейчас просто вот валим. Ну да, ищи. Ну, конечно же, я еще и перевернулся к тому же ко всему. Господи. Вроде мы вроде бы выигрывали, блин. Ну что здесь поделаешь? Ну, что-то не так. Что-то в устройстве не так, и не пойму что. Вроде бы все отлично, вроде бы держался, вроде бы, может быть, полез в наглую просто. Не знаю, конечно, что было в предыдущем бою, то есть, насколько плохо была построена моя постройка, не знаю. Ничего не перестраивал, решил сыграть еще несколько боев, потому что, ну, нельзя судить постройку и вид ее по... первым там двум боям или там по одному даже, не знаю, как угодно называйте это. Ну, нельзя судить, потому что все-таки нужно давать шанс всем. Ох, давай, 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 залечиваем, залечиваем. Меня пометили кто-то. Тут нас очень много, заметьте, у нас очень много зениток всяких, ракетниц и тому подобное. А-а-а! Вот стоит же, не хочет, чтобы его лечили-то. Давайте здесь перестрелочку устроим. Точнее, перестрелочку, конечно же, они устроят, а я всего лишь буду залечивать их до безумия. По мне кто-то даже попал, офигеть. Не понимаю, почему они так стоят в открытую?
ничего не делают. У нас уже минус 2. Как так-то? Ну вот, какой бы лекарь ни был, да, всегда есть такой момент того, что команда-то тоже должна тащить. А команда сейчас у нас как-то, знаете, я бы не сказал, чтобы она тащит. У нас вот здесь вот... Только как-то проигрываем, я бы так сказал. Так, вот на ту сторону давайте, потому что там что-то какой-то замес начинается. Явный, да? Вот полечить, ну блин, ну вот... Ну, ребят, ну скажите честно. Скажите честно, надо было туда лезть? Ну зачем он туда полез-то, я не понимаю. Вот этого я не понимаю. У меня отстреливают пушки. У меня отстреливают пушки, что не очень хорошо, и мне это просто тупо не нравится. Так, по-моему, мы стали выигрывать. Давайте, у меня... Так, нет, мне не нравится моя постройка. У нее как-то отстреливают, все лишнее отстреливает. Точнее, не то, что лишнее, а вот очень важные моменты отстреливают. Типа ховеров там, отстреливают у меня пушки. То есть... Странно. Похоже, что-то я построил все-таки не так, и защита... Ну, вот здесь, допустим, открытые, видите, ховеры. Может быть, это... Уже недоработка. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну не по мне же нужно стрелять-то. Ребята, почему вы не убиваете врагов? Почему они везде здесь, вы их не убиваете? Я не понимаю вот этого. Я не понимаю. Давай. Все, надо самому отрегениться, потому что, посмотрите, я тупо стою без... Ховеров. Ну, ладно, команда наша все-таки затащила в итоге, но что-то, ну, что-то не то. То есть, что-то не так. Вот мне, честно, не на все 100% нравится то, что у меня получилось с моим устройством, потому что... Это было круто. И мое устройство, ну, точно нуждается в перестройке. Потому что, блин, вот так вот просто меня и убили, это просто что-то нереально. Потратил очень много времени на то, чтобы сбалансировать ховеры. И в итоге у меня не получилось. Точнее, просто кончилось терпение. Около 2,5 часов я пытался что-то построить такое интересное. На мой взгляд, мне все не нравилось. В итоге я скопировал постройку из магазина. Реально скопировал практически. То есть, но скопировал только внешний вид. Потому что внутри копия точно не получилась. И все у меня стоит на лезянках. Да, на лезянках. То есть я могу кататься на лезянках. Именно таким образом, но сама конструкция была скопирована. Сразу скажу, это не моя постройка. За 12 миллионов там построечка была. Именно ее я и скопировал. Посмотрим, что из этого получится. Но я вот смотрю, что здесь не только я один так делал. Вот чувак вообще с 4 ховерами. Просто видно, прям 4 ховера стоят. Вообще не парился. Просто... Поставил посередине ховера и закрыл все это. Ладно. Посмотрим, может быть, реально именно так и нужно сделать. Очень просто, очень эстетично. Отлично, отлично. Отлично по мне пробили вообще прям. Не знаю уж, где наш лекарь, но лекарь явно не... Он где угодно, но не тут, в общем. Первый раз на салазках играю. То есть какое-то устройство, которое вообще на салазках используется. Но и не вижу, конечно, больших плюсов, потому что управление этой частью довольно тяжеловато получается. Прям такие мысли есть, даже, может быть, на ноги встать, что ли. В общем, с хилом я буду экспериментировать по полной программе. Ну и вот здесь вот очень важный момент. То, что бы я ни делал,
Как бы я ни лечил, как бы еще какие-то моменты такие не были, я здесь ничего не могу сделать, потому что команда должна тащить, а не лекарь. Да, конечно, это платформа не для такой постройки, что есть я не могу нормально... Я не могу нормально передвигаться, как-то так можно сказать. Ты зря, чувак, туда идешь, потому что там кранты тебе, наверное, наступят. Ну вот, похоже, и все. И смертушка моя пришла, потому что снайпер сейчас меня там просто расстреляет, а управлять я своей постройкой уже не могу. Заводите все двигатели, заводитесь, черт. Ну вот не могу я управлять, все. Только могу просто вот так катиться. Все, отрегинилось, по-моему. Все, восстанавливайте щиты. Разворот тоже тяжелый. Но здесь я не ставил ховеры в этом устройстве. Не ставил ховеры, здесь стоят... Жесть какая-то. Вот это прострел идет, конечно, по нам. Это. Притом у нас, смотрите, у нас со всех сторон пытаются. Ну все, вот и смертушка моя. Трам-папам, парам-папам. Офигеть. Ну и меня, конечно же, добили в итоге. Но это был жесткий бой. Честно, не знаю, не удается мне что-то хилеры, и на этом, наверное, я закончу. Ставьте лайки, если вам понравилось, поделитесь своими советами, а я еще подумаю, нужно больше денег, реально больше денег нужно зарабатывать как можно больше.